Ноль эмоций. Идем обратно. Так, идем обратно. Вот. Понятно, как надо было действовать. То там было написано, что не шуметь. Сейф. И очень-очень прочный. По сейфу изо всех сил били молотком, и все-таки он не открылся. Чего-то не хватает. Текст на латыни. К чему тут эти выступы? Похоже на код. Роза ветров. Вряд ли в это зеркало любили смотреться. Да, вряд ли. Все входы и выходы перекрыты. Кто-то недавно рубил дерево. К чему бы это? Так, больше тут не на что смотреть. Уходим. Деревяшку забрали. Ну-ка, да этот канделябр не закреплен. Ну-ка, да этот канделябр не закреплен. Здесь что-то вроде замочной скважины. Попробую сделать ключ, повторяющий все изгибы. Мне нужно измерить глубину отверстий. Закрыто, и замок запечатан. Но должен же быть какой-то другой вход в эту комнату. Это комната дамы. Здесь жила леди Голдминг. Катушка ниток. Пригодится. Старый высохший грим. Пригодится. Эти грязные лохмотья наверняка собственность мажордома. Должно быть, здесь он и спит. Кто-то недавно писал здесь. Странно, здесь что-то есть. Такое же панно, как в гостиной. Чего-то не хватает. Текст на латыни. К чему тут эти выступы? Похоже на код. Роза ветров.
кровь. Что ж здесь за свалка? Часы, монокли, фаянсовая посуда. Пригодится. Так, пригодится. Больше тут не на что смотреть. Да вроде бы. Возьмем пищу. Удалось. Отлично. Хорошо. Есть. Идем на первый этаж. Хозяин здесь вроде бы, но надо же. Так, на первый этаж. Это мой. На вид прочно. Старые трости, зонты. На двери слишком много замков, а дом в таком состоянии, что красть тут нечего. Удалось. Отлично. Так, есть у нас бумага с вырезами с первого этажа и со второго. Так, а что-то ж записать надо. Надо их записать. Черт побери. Почему не записалось? Значит, эту бумагу не здесь, а на втором. Так, что мы так далеко идем? Сейчас мы сейчас вот эту возьмем. Вот эту. Нет. Значит, эту. Нужно переписать все это. Вот, это другое дело. А теперь пошли наверх. И там перепишем. Все это.